Всем доброе утро, мои хорошие. А мое утро сегодня началось с заливного пирога и с капустой. Капуста, морковка, зелень, лучок. И сейчас я заливаю это второй частью теста. Все. Теперь я отправляю в духовку. Очень люблю пироги готовить из заливного теста, потому что это быстро и вкусно. Я ложусь рано, часов в 9, и поэтому встаю самое первое. Мои проснутся от запаха печеного пирога. В духовку. И на 20 минут я о нем забуду. Пирог готов. Достаю. Остынет. Порежу и вам покажу. Пока я резала, конечно же, собрала крошечки-хаврошечки. Так что вкусный. Сейчас попьем чай, и начнется новый добрый день. Не могу. Вот так вот мы улеглись. На подушечку, рядом с мамой. Язычок торчит. Солнышко наше. Звездочка любимая. Спать хочется еще рано. Спи, моя хорошая. Сладких тебе снов, зайушка. А для нашего мальчишки, для Леушки, для любимого сегодня крылышки. Вот представьте, на стол. А разве на стол можно? Лео, тебе все можно. Векфумтиш. Биты-биты-биты-биты-биты. Векфумтиш. Векфумтиш. Уже ж понюхал. Забыла, что говорила. Володюшка съездил в магазин, сделал маленькие покупочки, но это все не важно. Он купил мне носочки домашние. Здесь 5 пар. В общем, красота. И еще я смотрела рекламу, и там в магазине Lidl были вот такие, называются кушельдека. Нравятся они нам. Серые, я говорю, Вовочка, возьми, или серое, оно 150 на 2 метра. Или, говорю, возьми белые в сердечке. Ну, Володюшка долго не раздумывая, выбирал то или другое и взял 2. Они мягкие, отличные. Ими можно укрыться, полежать на диванчике или просто диванчик прикрыть, где у нас Леушка прыгает. В общем, я очень-очень довольна. И еще. Этого не было в рекламе. А Володюшка нашел и купил американские курочки. Уж очень мы их любим. Панированные. И мне, что удивительно, белое мясо, я не очень люблю в курице белое мясо, но здесь оно такое вкусное, сочное, хрустящее. В общем, 2 упаковочки, каждая по 650 грамм. Обязательно сделаю в духовке. Делается быстро, съедается быстро. Вот такая у меня сегодня радость. Вы знаете, мои хорошие, что это дом соседей. Раньше это был дом наших любимых Альбрыша и Эльвиры. И соседи меня спросили, им нужно установить антенну, и можно ли пройти работникам на наш участок. Этот дом как раз-таки граница
между нашими двумя участками. И, конечно же, по доброте своей души я это разрешила. Ну, иначе им, конечно, не установить эту антенну. И вот сегодня пришел работник, специалист, уютно расположился на нашем участке. Работает. Ну, дай бог, чтобы у него все получилось. А я так иногда буду все-таки наблюдать. Вот правду говорят, как приятно наблюдать за работой другого. Это сосед из окна смотрит, как там специалист антенну приделывает. Ну и я, конечно, тоже не из любопытства. Интересно, интересно, сколько это будет продолжаться. Ну, наверное, уже предел. Вот такая здесь получилась конструкция. Лестницу он убрал. Наверное, работа закончена. Ребята, мне домашними делами заниматься совсем некогда. Антенну установили. Теперь смотрю с другой стороны. Соседи меняют крышу. Работают работники. Боже мой! И вы знаете, смотрю я на них. Опасная работа. Ведь если и дождь, и ветер, и они работают. Конечно же, респект и уважение этим труженикам. Мои хорошие, вот такой у нас сегодня карп. Большущий, длиннющий. И получается 1,642 кг. Килограмм стоит 6,29. И на 10,33 Володюшка купил такого карпа. Сейчас я его раскрою. Он уже потрошенный. Уберу чешую. И мы любим рыбку готовить, ну, чаще всего просто соль, перец, чтобы это была рыбка, чтобы это пахло рыбкой, без всяких приправ. Я даже после того, как рыбка готова, не выдавливаю на нее лимончик. Вы только посмотрите, это ли не красавчик? Ой, голову, конечно, сейчас обрежу и уберу в холодильник, будет уха. И, конечно же, жабры я почищу. Все, рыбка готова. Я немножечко на фольгу сделала маслица, ну, чтобы кожица не прилипала. Поработала я хорошо, посолила, поперчила. Сейчас закрою фолией и потом минут через 20 посмотрю. И если что, конечно, фолию открою, чтобы все это подрумянилось. Очень люблю, когда пахнет рыбкой. Красота! Я вообще-то, когда готовила, я всегда делала без надрезов. Но сегодня попробуем, посмотрим, сделала такие небольшие надрезы ножом. Все, прячу под фолию и пусть готовится. Я даже что-то не посмотрела, сколько минут она у меня жарилась. Фолию я сняла, и еще она 10 минут пожарилась без фолии. Конечно же, с краешку я попробовала. Обалденно, ребята, потому что я еще и рыбу так люблю. Мягкая, сочная. Ой. Была у меня картошечка отваренная, поэтому я ее сейчас чуть-чуть обжарю. Добавила помидорок, чесночок, зелень и залью яйцами. Аромат на кухне, конечно, обалденный. Это я все из-за рыбки. Ну что, залила яйцами с зеленым луком. Сейчас будет готово. И на кухне я отстрелялась. Природа лучший художник. Великолепный закат. Посмотрите, сколько красок. День подходит к концу. Я желаю вам доброго, уютного вечера, приятных снов. Гутенахт.
Спокойной ночи. Я вас обнимаю. Чус. Пока.